В рамках ознакомительного визита Казанский федеральный университет посетили две делегации. Руководство КФУ встретилось с депутатами Бишкекского государственного кенеша. Главной целью визита их стало обсуждение возможного открытия филиала Казанского университета в столице Киргизии – Бишкеке. С нашей стороны мы на сегодняшнюю встречу надеемся, что мы сможем обсудить моменты сотрудничества и с нашей страной, да? Так как для нашей страны тоже немаловажно открытие вашего Казанского федерального у нас в стране. Это будет показателем еще более дружного взаимоотношения между странами. И уверена, что будет нести за собой повышение качества образования. Также Казанский университет принял делегацию Бухарского государственного университета. Напомним, на сегодняшний день в КФУ обучается 1890 граждан Республики Узбекистан. Здесь в Казани работает 16 институтов университета. Они все ведут образовательную деятельность. Есть, кроме того, что мы занимаемся образованием, мы занимаемся еще и наукой. Есть большое количество научных лабораторий. В этом году в Бухарском государственном университете были открыты два направления в нефтегазовой отрасли – нефтехимия и газохимия. Одна из целей визита гостей из Узбекистана – знакомство с лабораториями Казанского университета. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.